Найди по фото в Чикенган. Китик, халар. Ребят, сегодня будет очень интересно, очень крутое видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Полетели. Ну все, ребят, я еду прятать первую машину. Это у нас вот такой вот древний мотоцикл. Кстати, я вижу там халара. Мы сейчас быстренько от него куда-нибудь спрячемся. Подглядываем потихоньку. Суть этого видео очень проста. Нам нужно спрятать эти тачки, заскриншотить их и скинуть друг другу. И по фоткам мы должны будем найти эти машины. Кто первый справляется, тот в принципе и побеждает. У нас также будут испытания. Поэтому видео интересное 100%. Я уже придумал, куда я спрячу этот мотоцикл. Я сейчас его просто спрячу за дом. Я не думаю, что халар будет прям за домом тут его ожидать, потому что вот кто будет прятать мотоцикл просто за домом? Я думаю, никто. Поэтому я просто его здесь поставлю. Он такой вот тоненький. Я думаю, халар не заметит. Вот прикиньте, просто здесь я его спрячу. Так, быстренько сейчас вот так вот я его заскриншочу, чтобы не было понятно, где он спрятан. Чуть-чуть понятно только по сине, но в принципе сойдет. Следующая тачка, это у нас вот такое корыто. У него, кстати, есть нитро. Я хочу его спрятать куда-нибудь в какой-нибудь дом, потому что это корыто может сливаться вот с таким вот деревянным фоном, да, или вот кирпичем, я не знаю, что это такое. Давайте в этот дом зайдем, потому что он похож по цвету на эту тачку, на это корыто. Сейчас я куда-нибудь сюда ее спрячу и посмотрим, сможет ли халар ее отыскать. Я спрячу ее, думаю, прямо вот здесь. Прям над лестницей, чтобы халар такой зашел, посмотрел, тут ничего нет, и убежал, и не заметил. Я надеюсь, так и произойдет. Быстренько вот так вот ее поставим сейчас аккуратненько. Даже, наверное, кину, чтобы она прям в углу стояла. И заскриншотить ее вот таким вот образом. Остается последняя машина. Халар еще не спрятал вот эти две тачки. Я, кстати, его там видел. Надеюсь, он не обидится, что я чуть-чуть подсмотрел. Немножечко так подсмотрел. В следующий раз сразу побегу туда проверять. И прячем нашу последнюю машину. Перевернулись немного, ничего страшного. Возможно, кстати, получится сейчас спрятать эту тачку за картой. Давайте посмотрим, что у нас там за ней есть. Нет, куда я падаю? Нет! О, господи, это было реально страшно. Попробуем сейчас спрятать ее куда-нибудь на крыше вот того здания. Мне кажется, там она будет выглядеть идеально. Она тоже синяя, как и эта крыша. Конечно, чуть-чуть будет петляться, но вдруг халар ее там не заметит. Хобана! И нужно ее только перевернуть теперь, чтобы она тут аккуратненько вот так вот стояла. И в целом, если мы ее вот так поставим, я думаю, снизу ее будет не видно. Мы сейчас ее зафотаем так, чтобы казалось, как будто бы она на зеленом фоне. Вот на таком вот. Но в целом, я думаю, он не поймет, где она стоит. Поэтому прячем ее здесь и просто идем ждать халара, когда он спрячет свои тачки. Ребята, если вы хотите больше совместных видео с Халаром и с другими ютуберами, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях, и я сделаю это для вас. Ну что, Халар, ты спрятал все свои тачки? Да, я уже спрятал все свои машины и погнали. Все скриншоты у нас на экранах, поэтому погнали их искать. Я сразу же вижу, да, что одна из тачек у тебя спрятана где-то в доме, да, с деревянным полом. И я хочу в этот дом зайти. Вот здесь по-любому есть что-нибудь такое. Нет, здесь такого нету. Хочешь им дам подсказочку? Вряд Давай. Ли получится зайти в дом. Реально? То есть... Ну, я не знаю. Стоп, ты застроил тут? Так, я понял тебя. Нет, она не там. Ты куда летишь? Ага, что? Так, я вижу что-то тут. Я нашел твой мотоцикл. Ну ты серьезно это убираешь? Ты застроил тут все, это, конечно, прикольно. Да, есть такой. Я не могу найти твой бегу, она где-то вот. Ты ее не найдешь, халар, потому что я спрятал ее очень хорошо. Офигеть, я искал другое, нашел, как бы искал, видите, нашел золото. Что ты нашел? Я тачку и Запорожец твой на кафешке. Реально? Блин! Офигеть. Не знаешь, нычка прикольная, мне понравилась, и как бы, если бы я не посмотрел вверх, я бы просто и не подумал бы даже. Я бы просто не заметил. Я пытаюсь сейчас найти твой Запорожец. Я думаю, что он где-то около этого здания, потому что, в принципе, это здание очень похоже на него. Хотя, может быть, он вот там. Ты уже нашел две тачки мои? Да, уже. Серьезно, так быстро? Мотоцикл и машины, я остался. Так, мне срочно нужно искать все, здесь ничего нету. Мне что-то подсказывает, телега где-то очень рядом. Тоже ничего нету. Так, тут ничего нету. Блин, ну не может быть, что я сейчас ничего не найду. Так, может быть тут? Нет, и здесь ничего. Да, телега где-то совсем в другом месте. Ладно, хорошо. Я пытаюсь смотреть по скриншотам, но у меня ничего не получается. Вообще нету ни единого даже намека, где может быть твоя машина. Хотя нет, стоп! Я что-то нашел. Мне реально смешно, как ты найти их не можешь. Это не такие уж самые имбовые места, я думаю. Ты просто их все в дома спрятал. Но я нашел твой Запорожец, ура! Серьезно? И мне остается найти только твою телегу. Я нашел мотоцикл. Телегу осталось. И тебе телегу осталось, да? Я помню, где она.
там место такое, как бы, надеюсь, ты просто не догадаешься. Надеюсь, ты просто не сможешь. Блин, я надеюсь, я смогу догадаться. Она где-то у тебя в доме с коричневыми стенами. Где твоя телега? Где могут быть вот такие коричневые стены? Я пока что не пойму. Это коробка или что это? Я вообще не понимаю, Халар, куда ты ее запрятал? Это не коробка, это да. Здесь ничего нету, здесь, может быть, тут. Я понял, где она, кажись, она где-то в отеле, да? Да, я нашел ее, я первый нашел все три тачки, да. Ну что, переходим с тобой к испытаниям. Ну что, ребят, это наше новое испытание, танковая битва. Первый балл забираю я за то, что нашел тачки первыми. И сейчас посмотрим, кто заберет второй балл. Давай, Халар, я готов тебя уничтожать, я уже еду куда-то. Я уже давно выехал, и тебя пока что не вижу. Я тебя тоже пока что не вижу. Я 100% должен здесь победить. Так, я на твоем спавне. Я на твоем спавне, ты где? Ну, меня уже там давно нет. Я не знаю, что ты там собираешься искать. Я попытаюсь сейчас тебя как-нибудь найти. Но пока что я не вижу тебя. Это очень сложно будет сейчас на такой огромной карте вдвоем играть и искать друг друга. Черт. Такое ощущение, что мы просто, как, знаешь, в кругаля такие ездим. Я потом... Да-да-да. О-о-о! Получай! Получай! Нет-нет-нет! Я проиграл! Нет! Все, победа в этом раунде, ну, однозначно за мной. Да, получается счет 1-1. Второе испытание, мы с Халаром на гонках, и нам нужно будет проехать все эти три круга быстрее всех, Халар, я уже еду. На таких вот рофл-машинах я на каком-то ванне, а я на корыте. Да, на каком-то корыте, на каком-то тазике. Так, смотрите, моя ванна доходит побыстрее. А мне кажется, что я быстрее, но что-то я завернул как-то не так. Да-да-да, я тоже врезался. Я тоже врезался сейчас, черт. На таких тачках ездить очень сложно, ребят. Не-не-не-не, сейчас все будет. Ну, может, я попытаюсь сейчас тебя догнать, но, черт возьми, ты очень сильно отрываешься сейчас от меня. Просто я даже не представляю, как мне тебя догнать теперь. Я почти что за жесть? Я почти врезался, это прям было вообще. Я врезался, нет! Да черт! Я не хочу проигрывать в этой игре! Что мне подсказывает, мы сегодня одержим победу и победим теперь наконец-то. Я выиграл в первом раунде! Я снова врезался, да на этом корыте невозможно ездить, ребят! Зато я выиграл на танках, и сейчас выиграю еще и в гонках, и все, и ты. Ну слушай, у нас тут есть еще три круга, поэтому вдруг я тебя догоню. Нет, я почему-то думал, что ты вообще ничего не получится. Нет, так... ты точно еще раз врежешься? Так, я снова врезался, да черт возьми! Китик, смотри, я тебя почти на круг уже догоняю. Ты да нет, это не невозможно, я просто врезаюсь каждые несколько секунд, это какая-то подстава. Не, ну кажись, я реально проиграл в этом раунде. Давай я отдаю тебе балл в этом раунде, потому что впереди у нас есть еще один раунд. Получается, ты победил. Я тебя поздравляю, но в принципе-то у нас еще один раунд. И давай там это. Да блин, нет, надеюсь, ты тоже проиграл. Так, ребят, следующее испытание — дуэль на обычных пушках. Халар, начинаем. Если что, я уже вышел. Опа, я вижу тебя. Получай, получай. Да, я видел. Я уже попал в тебя немножечко. Я сейчас буду тебя конкретно троллить, потому что в дуэлях я настоящий профессионал. Сейчас мы с вами обойдем чуть-чуть. И Халар просто у нас немножечко так проиграет. Смотрите, ребят, что я творю. Халар, ты где? А главное все это делать почти... Что? Что? Как ты здесь оказался? Так, получай, 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 я почти тебя уничтожил. У нас очень мало хп. И получай... Я победил, ребят! Я победил! Ну что, ребят, счет у нас 2-2. У нас с Халаром ничья. Победила дружба Халара. Что нужно сделать? Конечно же, перейти на это видео, которое будет было на экране, потому что мы над ним также очень старались. Да, да, да. Также ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. С вами был Китик и Халар. До скорых встреч. Всем пока.